16 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джинбека Кулубаева с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, а также генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт. Стороны обсудили сложившуюся на кыргызско-таджикской границе ситуацию. Кыргызской стороной доведена актуальная информация о текущем положении дел и подчеркнута приверженность Кыргызской республики к деэскалации и неизменной позиции по разрешению ситуации исключительно политико-дипломатическим путем. Со своей стороны представители ОБСЕ, отмечая глубокую тревогу наступающими новостями, призвали не допустить усугубления конфликта и урегулировать его в мирном русле. При этом приветствовали усилия сторон по установлению конструктивного диалога и призвали к уважению ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня.